Село Русская Бегтяшка – это одно из самых живописных сел Ульяновской области, расположенное на фантастически красивом заливе. Именно туда мы сейчас и направляемся. По местной легенде, село было центром бурлацких троп. Бурлаки через силу тянули суда против течения, и местные часто слышали их жалобные возгласы. Ох, берег тяжкий наш! Так и появилось название села и речки. Одной из немногих достопримечательностей села Русская Бегтяшка является старинный храм. Увы, он давно не действует и давно находится в заброшенном состоянии. Впрочем, мы приехали сюда совсем не за легендами, а за видами. Сначала мы выбрались на восточную сторону села, на берег Волги. Именно здесь особо чувствуется настоящий русский простор Великой реки, чьи суровые волны каждый год обгрызают берега. Наслаждаясь этой красотой, даже не верится, что буквально под ногами у меня огромный обрыв. Кстати, камера недостоверно передает высоту берега. Смотреть вниз и правда немного жутковато. Особенно видя огромные куски свежесвалившихся кусков обрыва. И именно в таких местах я больше всего и люблю отдыхать. Подумать о жизни и не только. А теперь мы едем на сам Бегтяшкинский залив. Но не в селе, а с противоположной стороны. Для этого мы объедем село Мордовская Бегтяшка. Мы приехали на южную часть Бегтяшкинского залива. Вот прямо напротив нас Русская Бегтяшка, а мы здесь. И это место по одной из самых красивых, наверное, в Ульяновской области. Я считаю этот залив одним из самых лучших, если бы, конечно, здесь не было столько мусора. У этого залива есть интересная особенность. Совершенно разное дно. Если к началу залива оно глинистое, сейчас вот мы находимся на части, где сплошная галька, а туда, на выход к Волге, будет сплошной песок. Место фантастическое и покупаться, и порыбачить. Я люблю эти места, хотя и был здесь довольно давно. Березовый подлесок, удобные места для купания, великолепные рассветы и закаты. А еще здесь постоянно меняется береговая линия. Каждый год берег подмывается, и несколько деревьев падают в суровые волжские воды. Деревья, умирая, украшают берега интересными и немного мистическими корягами, что только добавляет красоты данному месту. Да, порыбачить здесь отдельное удовольствие. Летом десятки лодок рано утром устремляются в речные просторы в надежде на отличный улов. Наше небольшое приключение подошло к концу. Конечно, не все, что хотелось, мы нашли, не всюду сумели добраться. Но в этом-то и существует настоящая правда поисковика. С первого раза почти невозможно добиться полного результата. Всем удачи, путешествуйте и любите свою родину.